мой любимый 11-й Б. 5 лет прошло с нашего выпуска. Ну что, кто кем работает? Ну, я нейл-стилист. Ну, в общем, я тату-мастер, пирсингокол, бердоплет. А я вот дегустатор крафтового пива. Значит, я мейкап-артист, хэя-артист. Криптовалюту меняю. Ну, и так по выходным на криптобазаре приторговываю. Криптоковрами. Вы чё, хуели совсем? Кто работать будет? Ставь лайк и передай привет своей мамке от Харатьяна. Всем привет, мои дорогие подписчики. Сделала видео про обработку своих фотографий в Инстаграме. Дедушка, я тут видео на YouTube снимаю, ты можешь не мешать? Да я в сторонке посижу. Ну ладно. И в общем, первое и основное приложение, которым я пользуюсь, это Vasco Cam. Очень классное. Дед, блин! Я тут блог снимаю, понимаешь? Я в то время блокаду, блядь, снимал с Ленинград. Ты сидишь тут перед компьютером, хуй маешься. Ладно, ладно, не манди. Пошел я. Спасибо. В общем, очень прикольное приложение. Мне очень нравится, там можно... Мам! Ну, мам! Забери деда! Меня рак забрать не может. Мне своей мамкой тычешь. Она что-то дочь моя. Боярский терпел и тебе велел. Так что смотри дальше, щенок. Меня позвали пить пиво. Кто? Кто-то. Кто-то Кутуньо? Нет. Кто-то больше не зовут. Как у тебя с английским? 50/50. Это как? Это half наполовину. Дорогой, представляешь, моя мама передала нам печенье с предсказаниями и сказала, чтобы мы съели их обязательно вдвоем. Ну, давай попробуем. Он любит тебя больше жизни. Вот ты шлюха, б***ь. Подписывайся на нашу каналью, если ты не лан-френд-лан-фан.